Картина «Рожь» принадлежит к лучшим поздним произведениям Саврасова. Она написана в пору полной зрелости и таланта художника, когда наряду с лирико-поэтическим раскрытием самой сокровенной сути природы художник создавал пейзажи с широким обобщением, соединяя лирическую интонацию с эпическим звучанием. Небольшой размер полотна Саврасова вмещает безмерную ширь земли с колосящимися хлебами, бегущей через поля неровной сельской дорогой, разбросанными у дальнего горизонта деревушками, сельскими церквями и таким же неохватным, как раскинувшаяся земля, осеняющим ее небом. Легкий ветерок волнами пробегает по колосящейся ржи, а в небе идет своя бурная жизнь. Облака разной формы, освещенности и тяжести бросают на землю тени, и оказывается, что земля и небесная сфера едины. Темная туча предвещает близкую грозу. В напряженном волнении замерла природа. Невольно рядом с этим произведением вспоминается написанная 2 годами ранее картина Шишкина «Рожь», находящаяся в Третьяковской галерее, наполненная могучим уравновешенным спокойствием. Обобщенный образ родной земли, ставший классическим воплощением понятия Отечества, создан Шишкиным в его произведении. Ни в коей мере не соревнуясь с Шишкиным, Саврасов живописными и пластическими средствами создает на холсте личное восприятие глубоко и чутко понимаемой им природной природы. Золотисто-бронзовый цвет колосьев меняет оттенки в зависимости от движущихся теней облаков. Изменчивость цвета то плотного, то почти прозрачного горизонта вместе с легкой холмистостью пространства создает разнообразие впечатлений от общения с природой, способный соединять личные переживания с обращением к зрительскому эмоциональному опыту, была заложена в самой природе дарования Саврасова. В 1880-е и последующие годы у Саврасова все чаще появлялись картины с внутренним волнением, тревожным ожиданием. Судьбой художнику было отпущено еще 15 лет жизни, но это была сложная пора как для творчества, так и относительно бытовых обстоятельств. Наряду с сериями небольших зимних или весенних пейзажей с избушками, тонкими березами или стройными соснами, писавшимися для продажи за бросовую цену, одинокий и уже больной художник создавал настоящие шедевры. Пейзаж с радугой, ночка, весна, огороды. К таким бесспорным удачам Саврасова относится и картина «Рожь». Она стала последней его работой, в которой художник участвовал в 9-й выставке Товарищества передвижных художественных выставок 1881 года.